падают звезды. Не гадай на удачу, падают звезды. Это небо плачет. Творчество уроженца поселка Кизима, автора исполнителя Николая Таежного, который ушел из жизни год назад, знакомо ценителям бардовской песни далеко за пределами Архангельской области. Не раз он выступал с концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Уфте, был в Харькове и Луганске, ну и, конечно, в Котласе. Зрители знали и любили его лирические композиции за искренность и простоту. В 2006 году Таежный стал лауреатом Архангельского фестиваля «Я верю в нашу общую звезду», а на фестивале «Кизимские струны» был высоко оценен заслуженным деятелем искусств Сергеем Никитиным и награжден специальным призом как лучший автор. За свою творческую жизнь Николай Таежный написал более 150 песен. Лучшие его композиции в исполнении котласских бардов будут звучать со сцены школы искусств ГАМА 15 марта. Начало в 19:00, вход свободный. Падают звезды, это небо плачет.